Всех приветствую на своем YouTube-канале, и сегодня я вам покажу второй способ запекания кукурузы. Подходим к растению, срезаем початок, удаляем самые верхние грубые листья, приносим его домой и просто укладываем в емкость для запекания. Емкость ничем не обрабатываем, ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 1 час. В итоге получаем очень нежную мягкую кукурузу. Этот способ прекрасно подойдет для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Лично мне гораздо больше понравился способ с маслом и солью. Ссылка в конце ролика. Подписываемся на канал. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!